Вчера во второй половине дня произошло возгорание приюта для бездомных животных общественной организации «Союз защиты животных». Возгорание произошло по предварительной версии от короткого замыкания электрического счетчика. Загорелись деревянные конструкции, сгорела крыша дома для котов и крыша пищеблока. Мы сейчас работаем в контакте с руководителем приюта. Вчера выезжала по факту наша служба отлова животных вместе с ветеринарным врачом, но, к счастью, не понадобилась помощь, животные при пожаре не пострадали. Сегодня мы встречаемся на месте происшествия, общаемся с директором приюта, предлагаем помощь в случае необходимости эвакуации животных, либо их перемещения. Будут использованы средства и мощности нашего коммунального предприятия. В случае необходимости перейдем в переговорный процесс с немецким приютом. Общественная организация «Союз защиты животных» в этом году являются победителями конкурса в рамках общественного бюджета. И бюджетом предусмотрено 1,5 миллиона гривен на реконструкцию этого приюта.